Приветствую вас, уважаемые приморцы. Я Вячеслав Гнездилов, уже бывший кандидат в губернаторы Приморского края. Сегодня, 12 ноября 2018 года, я написал заявление в избирательную комиссию Приморского края с просьбой исключить меня из списков кандидатов в губернаторы в связи с несогласием реализации политики муниципального фильтра. В тех условиях, которые сейчас создались, в условиях добавления в закон самодвиженцев, считаю данный закон неактуальным и требующим поправки, поскольку сейчас большинство глав и депутатов районов так или иначе имеют партийную привязку и, естественно, будут поддерживать в первую очередь того кандидата, которого укажет та или иная партия. У кандидатов-самодвиженцев в такой ситуации практически нет возможности себя проявить. Считаю необходимым оставить тот фильтр, связанный со сбором подписей у населения, а также те положения, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в части индивидуальных требований к кандидатам в губернаторы. Честь имею.